осознанием того, что это необходимо вам и пригодится потом в будущем. Первое – это правый ногой, ведение на каждый шаг. Голова поднята влево, вправо. Ведение прошли внутренне здесь. Обыграли эту стоечку, передачу отдали, любое беговое упражнение. Правая нога. Сразу пошли. Двух сторон. Внутренней. Обвести стойку, отдали передачу. Стойки-то регулируйте, голову поднимаете. Симфона вы проходите. Помешали друг другу. Задача, короче, чекануть, да? Ну, хотя бы, да. Огибаем. Стоп. Огибаем стойку. Давай, давай. Хорош, Тимур, хорош. Здорово. Отлично! Встаем! Я!